Еще один хоккейный поединок состоялся в минувшие выходные на льду Олимп-арены в Кирово-Чепецке. Играли хоккейная команда компании «Уралхим» и «Олимпия» старого созыва. Почему ветераны снова взяли в руки клюшки, а после отправились на концерт, расскажет Анна Мамаева. Ледовый дворец «Олимп-арена» был заполнен почти полностью. На льду за победу боролись ветераны хоккейного клуба «Олимпия» и команда компании «Уралхим» в рамках городского праздника спорта. Это дружеская встреча. В этот день в Кирово-Чепецке на разных площадках проходило сразу несколько соревнований по разным видам спорта, по плаванию, баскетболу, волейболу. Так в городе отметили золотой юбилей спортивного клуба «Олимпия». Со счетом 7-6 выиграла команда ветеранов «Олимпии». Поздравить клуб с 50-летием приехали настоящие звезды мирового спорта. Воспитанники «Олимпии» – конькобежец Андрей Бавров, тренер сборной по баскетболу Дмитрий Шакулин и ветеран «Олимпии» Владимир Мышкин. Вратарь сборной Советского Союза по хоккею – олимпийский чемпион. Когда-то он гонял шайбу на Кирово-Чепецком льду. То, что мне дала «Олимпия», наверное, прошло через все годы моей спортивной карьеры. Вот это, наверное, та страсть, те эмоции, наверное, вот и есть традиции «Олимпии», которые, как говорится, жили и живут в стенах нашего спортклуба. Еще одна из таких традиций – поддержка химзавода. На протяжении многих лет завод минеральных удобрений «Уралхим» выделяет миллионы рублей, чтобы в городе проводились соревнования и прививалась любовь к спорту. История «Олимпии» она неразрывно связана с химическим комбинатом, а компания «Уралхим» чтит все хорошие традиции, которые сложились на нашем предприятии. Мы продолжаем поддерживать детский спорт, различные соревнования и, безусловно, помогаем спортивному клубу «Олимпия». Но простое выделение средств, оно не решает, не прививает любовь к физкультуре, к спорту. Это делают конкретные люди, которые работают в спортивном клубе «Олимпия». За 50 лет истории Кирово-Чепецкого клуба достижения спортсменов, воспитанников «Олимпии» действительно впечатляют. Все это вспоминали в День спорта ветераны, тренеры и спортсмены. В этот день, юбилей клуба, они все смогли вновь встретиться за чашечкой чая. 26 наших жителей, воспитанников, которые здесь родились, воспитались, стали заслуженными тренерами СССР, России и зарубежных стран. Золотых олимпийских медалей 4. Серебряных, одна бронзовая и 30 золотых чемпионатов первенств мира. Вот этих показателей не имеют многие города с миллионным населением и даже страны. За высокие достижения ветеранов спорта еще раз наградили благодарственные письма и подарки от первых лиц города и области и, конечно, партнеров спортклуба. Праздник спорта в Кирово-Чепецке закончился концертом. В этот день, в день 50-летия «Олимпии», ветераны, тренеры и их воспитанники еще раз смогли встретиться и вспомнить свое спортивное прошлое, настоящее и помечтать о будущем. Анна Мамаева, Алексей Юферев, Бюро новостей, Давича.